августе количество пассажирского транспорта в Омске может сократиться наполовину. К сентябрю в городе должна появиться новая маршрутная сеть. Разработкой занимаются в Санкт-Петербургском государственном университете. В течение полугода петербуржцы будут изучать пассажиропотоки в городе, опрашивать жителей и сопоставлять эти данные с существующими маршрутами. В итоге составят новую маршрутную сеть. Нам удалось связаться со специалистами, которые занимаются этой работой. И, как они утверждают, приоритет будет отдан муниципальному транспорту, а само количество машин на улицах Омска будет существенно сокращено. И прежде всего за счет частников. Стоимость проезда при этом вырасти не должна. Сейчас в городе Омске он миллионник, да, 1 200 000 примерно. И при этом подвижного состава порядка 3000 единиц. Это ненормальная ситуация. В схожих ситуациях в других городах обычно это 1500 единиц подвижного состава. Вот, соответственно, такой дисбаланс влияет и на качество обслуживания граждан, и, может быть, эффективность работы муниципальных предприятий.